Амахасла. Готовы? Амахасла? К чему готовы? Мы давно уже месимся, друг. Ашот. В смысле, а я в меню. Чат читаю. Ты именно уместишься? Поехали. Короче, это последний босс. Ой, в смысле, последний левел. Босс тоже будет. Я на первом месте пока. Сложность мы повысили. Ты мне из этих сектов? Friendly Fire этот упырь так и не включил. Я на третьем месте. Так. То не отдаемся. First Blood, я первый раз умер. А вот эти места, кстати, значат что-то, видите? Первое, второе, третье, четвертое. Кто хуже? Потому что они реально меняются постоянно. По фраге, скорее всего. Сейчас чат зачитался. Так, сейчас. Короче, здесь очень важно одно простое правило соблюдать. Не бежать вперед сильно и все время отступать назад. Здесь очень важно искать секретки. А где они? И не бежать вперед. Здесь все патроны, все оружие доступно. Ну, у меня сенса теперь в порядке. Все хорошо. Я теперь навожусь как надо. А, Иван Визбоши. Я помню, что вот здесь где-то в стене что-то было. А там как надо, выстрелить или... С ракетницы только. Кстати, ты Боши-то прошел? Да. Ты доволен этой игрой? Очень. И ты не смотрел даже на графику? Нет. Тебе, ты просто тащился от геймплея. Да. Я выиграл, вот видишь, графа не важно. Я выиграл 500 рублей в чате с чуваком, который сказал, что Зерк не сможет пройти одно место. Я через 5 минут я уже выиграл 500 рублей. Все приятно. Надо было чаще ну, да. Такие споры проводить. Перл одно уже второй раз убил. Да. Потому что кто-то у меня перед прицелом пробежал, когда я зажимал гранату. Продолжатель. Назад, 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 назад. Мы что, с первого раза пройдем? Ну да, мечты. Я думаю, да. И сейчас спор такой в чате, а я думаю, они вообще не пройдут никогда. И ты такой, хоба, 500 рублей за 5 минут. За 5 минут? За 5 минут? За 5 часов. Дайте нам неделю, мы пройдем. Надо было на ментор, что-то как-то скучно, серьезно, сложности, тем более без... Это мы мобов не загрели еще нормально. Уже стали жирнее. Я, подождите, не агрите. Я бы хотел музыку другую включить, но ладно. Это нормальная музыка. Что такое, мы прошли? Нет, что-то взяли. Это вот здесь в стене было, Ермак, по-моему. Ты же мне показывал, нет? Да я что, помню, что ли? Говорите, где секретки, пацаны? В начале поворота, после поворота, сразу после поворота, там, где-то. Назад. Назад. Там больших просто 100-500 миллионов. Они будут идти и появляться прям даже под ногами. За спиной будут появляться. Гигантские, огромные там. И так далее. Жесть, у меня... Ой, ракета прилетела. Вообще огонь просто. Патроны, кстати, реально здесь как бы не вечные, надо их где-то искать. Они здесь только в секретках? Там будут мешки даваться. А, подождите, мешок. Я тоже хотел музыку другую сделать. Различная музыка.
Здесь пушка нужна просто. Мне пока не надо. Там потом будут просто адовые. Адовые приколы. Так, сейчас. Твоя музыка. Нашел первый секрет. Нужно там в портал зайти. Где портал? Го. Вот, там в стене дырка слева. Я их даже с квадем учил, хреново прибывает. Да, там бессмертие будет, квад будет. Господи. Да что за... О, бык и два раза меня подкинул, прикинь, один и тот же, пока я в полете был. Да, бывает такое. Он на тебя обиделся просто. Пацаны, вы где? Я кайте назад. Мы там. Назад, назад, назад. Только кайтесь. А почему вы меня бросили? Упай. Значит, бросили. Никто никого не бросал. Я остался. Мы тактически отступаем. Что за такие АУЕ взрывы непонятные? Это же шары. Шары катаешь? Да, я катаю шары. Умирайте, ребят, каждая смерть пригодится. Блин, короче, в бою в ближнем ракету пускать вообще не стоит. Да ладно. Серьезно? А где вы находились, секретик? Да, кстати. Ну вот сейчас там, там в портал надо зайти. Где там-то? Чуть дальше левее. Чуть дальше слева. Блин, все ракеты мимо. Так, все здесь? Где все? Вон, вот где я, вот где я прям. Сейчас, секунду. Дырка в стене. Ага, вижу дырку. Арморы там всякие. Здесь будут маленькие эти, короче. Чего? Маленькие эти самые! Берите просто все, что, короче, нужно, и валите. Ой, бензопилята маленькие. Сердце. Здесь три хрени. И обратно в портал просто выходите. То есть сделайте быстрее, потому что я уже все сделал, сделал неуязвимый. Где портал? Портал. По дороге просто бегите до конца, и будет портал. Куда бежать? По дороге до конца там. Дороги до конца. Какую сторону, блин, бежать-то? Да вон портал. Вон. Да вон портал. Господи, ты видишь по дороге. Блин, а что заходил туда, что не заходил, дорога. Больше потерял. Конченое место. Ага. Взял боеприпас, взял... Воу-воу-воу. Периодически ракеты заряжайте, если видите большие толпы там прям жесткие. Видишь большую толпу, заряжай пушку. Вот она ближе к себе, да. Ну копите, копите ее. Мне эта пушка, знаете, напоминает от самого Остров Сокровищ. Смотрели мультик? Да. Помните, там был этот, на корабле там? Очередь из пушки. Ага. Зажал из пушки. Это примерно то же самое. Ох, я слишком стар, чтобы помнить такие моменты в мультиках. Ну ладно, что клёвый мультик. Дерком премиум купить, киберспорту навредить. Негров вводят вам на стримы про проходы говорить. Чего? Что за херню ты написал? Этот коммент, пожалуйста, оставь. Блин, не могу попасть в ракеты из БК. Зерго премиум купить, наслаждению подсластить. Классно время проводить. И
негр. Красные, негр, ребят. Ребят, назад, немножко назад. Появляются сверху много. За спинами, назад. Пока неплохо идем. Плохо идем, я опять один. Назад, вообще вперед. Назад, пацаны, просто трэш. Идите в жопу, в жопу! Давай, давай, Нейл. В жопу, господа, давай, в жопу! Давай. Так, все вообще назад. Куда продавливают нас? Продавливают. Ой-ой-ой-ой-ой, жесть. Просто продавливают. Блин, Гермак, убери свой анал. Что значит нет? Так, неплохо. Взяли, сюда нужно было дойти без смертей. Лево, сверху. Мы сдохли уже 4 раза. Да ёп! Мы далеки, да, от Лео. Ой, что за рокет, откуда? Господи, Жей, сколько же тебе надо ядропушек, чтобы ты сдох? Это раз, только ты... первые два поворота. Что-то три. Там еще помнишь, как мы прыгали, короче? Помню. Да, эти хрени. Да, я помню, как ты врубил читы и все равно убить не мог. Чего они такие толстые? Мы сделали их такими. Пушки справа, пацаны. Да-да-да, коридор это фигня, потом будет поле. Да, вот поле это как... Поле боли. Это как конец первой части, только... Вот на самом деле, вот очень четко просто выразил мысль поле боли. Поле анальной боли. Вот, да-да-да, точнее просто не сказать. Невозможно. Так, аптечки. Патроны есть где? Есть. Пока нет. Тыкайте ракетницами в стены, не особо высоко, на предмет. Пошире друг от друга. Живем. И вот вы сейчас 5 раз умерли, вот с момента, когда я сказал 166. Сзади лезут, ребят, сзади, сзади лезут. Назад, назад, за спинами уже везде выходят. Охереть. Так мы куда прорываемся-то вообще? Назад. На поле. Найди на секретную вещь, где? Откуда? Морду где нашел? Заходишь, непонятно что. Вообще назад. Давайте, короче, к повороту, к общему. Вот откуда стреляю, в потолок. Да стреляй уже лучше по врагам. Сзади, Ермак, двое больших. Да насрать. У нас спереди проблем побольше будет. Ты говорил, что... Или кто там шумал? Я мастер прикрывать зад. Да-да-да. Умираем. Так, большой ракеты сбивай. Ой, что за лад? Хорош стрелять-то. А сори, я тут. Меня... Патроны надо где-то искать. За эти повороты есть патроны. Хорош. Главное просто успевать отходить. Потому что когда посередине, прям вот в чистом поле, вот здесь зарезаются огромные чуваки, их будет просто десятки. Это так будет, где патроны? Это будет провал. О, ништяк. А, погодите секунду. Они несутся. Их много. Туча врагов. Назад. Назад. Музыка такая эпичная в игре. Да.
Да, только надоедает со временем. Да, да, да. Я тут Steps from Hell. Лучше бы другую, что ли, какую-нибудь. Там тоже есть трек клевый. Еще в первой части он тоже был. Еще мы их закидали. Назад, просто. Немножко, чуть-чуть. Вверху гарпий, немного назад, ребят. Назад. Гарпий беру на себя. Минус гарпий. А, черт. Какие же большие вот эти ребята толстые, это просто жесть. Апорт. Да какого черта? 15 хп, блин. Сердечко слева. Гордячка? Гордячка. Пацан наверху. Назад, ребят, назад. Слишком наагрили. Сзади бегут, сзади бегут. Ну, сейчас а меня тут... Сейчас меня... Ну, блин, ну где? Ну что? Почему они сзади-то бегут? Я же говорил, что будут появляться сзади. Воу. И что делать? Отступать назад и не бежать вперед. Превосходят, отступай. Ребят, давайте, давайте, не сливаем, не сливаемся. Назад, 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 назад. Если они сзади, то нам отступать-то некуда, если они с двух сторон. Мы, получается, отступаем, да, отступаем. Увы. Отступаем и наступаем. Ой-ё, блин, писец! Жесть. Вот это вот тонкий момент. Нужно просто знать, где они появляются вот таким образом. У нас вариант только их убивать теперь и все. Ну, нам и надо убивать. Убивать. Отступать-то некуда. Да ну назад идти. Писать, они без я уже дошел до той по-моему, здесь знаете что? По-моему, здесь отступать нет. Вообще нельзя. Тут надо идти только вперед, да. Потому что они рисуются да, везде. Я думал. Мы не пробиваем их по ДПС. Нет, ты не понял, надо тупо идти вперед. Прочищать, то есть без отступления назад. Это просто они там респавнятся везде. Даже да там, мы где не успеваем прочищать, ты это можешь понять? ДПС. Нам не хватает урона. А, бегалка, я хочу бегалку. Мне плевать, здесь я собираю не раз вру, я хочу бегалку. Я уже два поворота назад откайтил. Да, я не только ты вообще-то. Ты все время бежать под углом, вправо-влево. Есть шанс, что тебя не пробьют. Вот сейчас мы каким-то образом откатили. Эй, боже, я половину здесь держу. На себе? Да, на себе. Ты герой. И отошли назад, покажите, где вы. Я в жопите от вас, так что давайте. И будет увековечено твое имя в зале славы. Погодите, ребят, мы его найдем друг друга. О, убьем красного. У меня здесь толпа, толпень быков. Твою мать. Ермак, ты что ли? А, Шмор. Да. Что? Красного давай. Убивайте красного. Ой-ой-ой. Так, я полежу здесь. Долго убивать красного, нужен саппорт. Кто дамажит-то, я не понимаю. Я вот один стою вообще. Там мужик стоит, блин, наверху, он в вашу сторону. Я его стреляю. Все, соснул. Подождите, пожалуйста. Тут, в углу. Тут говорят, нужно убивать. Кайтю как могу вообще здесь. Да как достал этот тупой пинг. Кайчи, не кричи. Так, ну 100 смертей потратили. Вот сколько вот до поля, вот я вот, к сожалению, не знаю. До поля поворот. Где я сейчас? До поля пофигу. На поле. А потом еще и босс после поля. Ну босс, ладно, херня. Ну, боссы в любой игре слабые. Там такой, да. Я не помню, какой. До босса дойти сложнее, чем... Ой, ну это как элитки и боссы в Диабле. Ну да. 5 секунд, ой, объединимся. Что-то... Есть еще где-то это, патроны, что-то, аптеки? Сейчас, подождите. Вот здесь. Пока здесь не агрите много. Здесь. Блин, это вот. Я вас догоню. Я полностью экипирован. 200 армора, 100 HP. А патроны? А, да, конечно, с патронами лов. Секрет. Там выстрелили ракетой.
ракеты вот сюда вот, больницу. Сейчас я, подождите, дайте догнать вас. В каждом углу. Вам, мы зашли. Посмотрите. Да пофиг, здесь убивать некого. Шамор, покажи где. Вон, вон, видишь рюкзак. Видишь? Тут твои братья. Прямо. Вижу, вижу, вижу. Патроны. Тут твои братья. О, красота какая. Ой-ой-ой, тут эти... Парни, что с нами? Уходим? Я, может, уходим? Перепутал. Не-не-не, убьем его. И двое. Мы взяли квад, можно уйти. Ну, убьем двоих, значит. Да давай, что, не мужик, что ли? Ну... Танкую. А, не-не-не, слышь, не мужик, погнали отсюда. Там арборщик. Нормально, да убьем, я потратил, убьем, сейчас. Убьем. Давай левого-то. Тут Step From Hell вообще офигенно смотрится. Так, армор, что еще есть? Армор? ХП, ХП, армор. Там вон армор, армор, здесь там, патрон нет? Здесь, есть, вот там. Сейчас, секундочку. Ой, все, у меня все патроны полные. Это же армор. Абсолютно все патроны полные. А, это тоже просто. Отлично, косарь, все, 200-200, косарь, хорош. Давай, заходим. Тихонечко. Там две магмы. Их, их еще больше сзади будет. Вон резаться. Еще патроны и вон еще армор. Смотрите за полетами. Ой-ой-ой. Там красные немного и пара гарпий. Гарпий беру на себя. Главное не стоять. Одна гарпия у него. Не волнуйся, большой брат следит за тобой. Хорош, ну, закидывать. Или это не мы? Это, нет, это не мы. Воу, а как это? Мы. Так, как бы на этом не потерять смерть? Блин. Как? Гарпий сверху. Как пройти, что? Блин. Да господи. Посерединке сбоку, между ними. А, посерединке. Нет, посередине сбоку. Ну, сбоку между ними. По стене сбоку. По правой стене, да, просто идите вдоль. Или по левой. По центральному кулдауну. Пипец вообще. Прошел? Чё меня откатило так назад? Да какой бред. Куда именно? Не, сейчас... я рядом. Ой, сейчас такое место тупое, это просто. Подождите нас, короче. Я на какой-то карте с дефрагом такой видел. Ребята, можете оценить этот спектатор и присоединиться до нас. Чё за херня? Да это там взорвалось было. Бомбануло? Да он целенаправленно в меня, блядь. Бамбалею, бамбалею. В принципе, неплохо дошли, но сейчас будет убер тупое место. Да мы еще не дошли. Мы дошли до двери. Да сделайте ТП, пацаны. Блюда... Да, я сделал это. Спек джоин. Не появится, он голый без силы. Нет, не появится. Чё, я ж так делал все время. Короче, смотрите, Колес. Стой. Это джампады, они конченые в хлам. Ой, ёп. Они в хлам конченые просто. И чё ты предлагаешь? И как-то надо здесь это здесь надо всё собирать. Всех. Здесь надо просто убивать. Просто убивать их всех. Их очень много. Они все время двигаются. Джампады неуправляемые. Да, мы управляем. Да. Можно немножко тормозить и между ними вставать. О, у меня, короче... Нет! То есть, если ты начинаешь прыгать, все, ты больше... Нет, а, ну, вот нажимаешь можешь. Назад и можно остановиться. Я остановился сейчас в самом начале. Да, джампады, конечно, не очень. Большие пацаны вот попасные. Они с разных сторон будут появляться, насколько я помню. Да ядрё батон. Ну, 100 жизней у нас. Ну, грубо говоря, на пол левела. А поле-поле это где, поле-поле?
Блин, там еще... Чуть дальше после... Ну хорош! Давайте все вместе с одной стороны встанем. Так, ребят, пошли тупые мобы. Не советуйте вставать. В принципе, в вас так труднее попасть, если вы будете с этой штукой. Ой, жесть. Ребят, ой, проблема. Ой, жесть. Рядом со мной скачет красное чудовище и смотрит мне в глаза прямо. Я поворачиваю голову, он такой, как собака, знаешь, смотрит. О, вообще. Попробуйте прыгнуть перед концом. То есть можно попробовать прыгнуть и не коснуться. Перед чьим концом? Ну, перед землей. Перед любым концом. Ой, это шумно. Я неплохо это место проходим. О, ну все, попрыгали отсюда. Так, давайте право. Жесть. Ай. Да хорошо, ядра и все. Большого парня тоже надо. Ой, спасибо, кто меня там подпел. Все это GG. Все, здесь прошли это? Да. Походу, да. Блин, там один, один или два остался. Ой, Магман здоровый, слушай. Блин, там аптечка. Ребят, подождите, я не до вас еще не дошел. Тут уже... Нет, не можем. Тут это, анальное поле боя. Да я не могу остановиться, блин. Я же до этого помазил. Прыжок нажми, как сказал. Дно. Я тоже прыгаю. Давай. Прыжок нажмите прям перед прыжком. На джампаде. Прыжок перед прыжком? Да. Genius. Готовы? Подожди. Кумора прыгает, парни. Погодите секунду. Ох, мать моя, жесть. Это будет ад. Самый 100 смертей. В принципе, шанс есть. Давайте попробуем. Эй. Все, я тут. Ой. Погнали. Гэл. Да, еще надо его убивать, вот это? Да. В чатик, короче. Я пытаюсь понять, на чем он пишет, не могу. Вот что? Ой-ой, тут крикуны появились. Надо быстрее магму убивать, ребят. Заряжайте ракеты. Лучше пушку. Давайте пушку. По максимум? Просто тупо кликай и все. Быстро наносит. Блин. Ой, блинги, они резаются прям перед ой, лицом. Ой, как залагал вообще. Ой, залагал ты, да. 13 FPS. А теперь... По бокам, теперь ад. Парни, 85. Блин. Смотрите аккуратнее, не бегайте в центре поля с двух сторон. Выбирайте себе одно направление. Эти метеоры, которые там сверху на вас, ну, с неба летают, могут вас убить. Да иди в жопу! Стенты, не стойте. Я сейчас вообще на старте стою, в узком проходе. Никто меня задеть не может отсюда. Просто на старте. Можете уйти в поле там куда-нибудь. Минус один. Давай центрального долблю. Да меня эти камикадзе ссаны убивают. Да, согласен. Почти, почти. Братней. Это еще не все, ребят. Чего они так кагрятся на меня все, а? Бля. Все, минус второй здоровый. Так, что там? Ермак. Теперь миллион камикадзе. Сейчас все будут по очереди. Вообще, вот все мобы, как все мобы за игру, короче, будут. Жесть. Смотрите на эффекты просто. А патроны нам дадут еще или нет? Вы спину смотрите, главное. Патроны, хилки и броня.
А я там респавнился? Там в начале есть парочка, да. Одна аптечка и чуть-чуть патронов. Чуть-чуть. А в центре вообще в центре? Да. Я думаю, это пока мы туда не готовы идти. Я туда уже. Давай, подожди пока, подожди. Давай убьем всех вообще, чтобы они остались. У меня пока все не кончится, я туда не пойду. О, дабл дэмэдж и ускорение. Так, ребята, их надо, ребята, убивать. Блин, кабаны. Нет, кабаны еще будут. Да, кабаны-то ладно, еще место будут. Да блин, ну как? Вон кабаны пошли. Я убил. Меня какой-то зорк отправил. Это не моб. Кабаны пошли, все. Быки точнее. Ребят, куда-нибудь надо кайтить. В дальнее поле. Мы просто под перекрестным огнем получаемся вообще, жесть. Просто бежать в одну сторону далеко. Под перекрестным огнем. Тут поле бесконечное. 66, ребят, 66. И оно не бесконечное, но очень большое. Патроны и грусть. Надо расстреливать все. Беги и потом цель. Уже идти за этими самыми, за... Мне уже бы пора. Катите ядра. Нет, у меня нету ядер. А нет, одно есть. Они не смогут устоять. Я в центре появился почему-то. Вопрос, почему? Так. Да им даже срать на квад дэмэдж просто. Просто. Давайте к центру как-нибудь. Кто-нибудь сможет пойти? Я в центре. У аптечек. Не было, блин, патроны. Блин, патроны, жесть. В центре что-то вообще жестко, если честно. Сразу появляться тоже не советую. Можете паузу делать. Откуда мы пришли на двух вышках этих? Двое красных метеора кидает. Ага. Ой. Просто шмаляю. Ребят, взлетать. Скорость в центре. Блин, убили, уроды. Да, меня тоже. Патроны. Скорость в центре. Все патроны, все в центре, ребят. Да что за бред? Квад дэмэдж. А почему все патроны... Кто-то собрал и все. Они единичные, что ли? Они появятся. Понятно. Скорость здесь очень важна на этом поле. Да, согласен. Со скоростью вообще кайтить легко. Красных убил в начале. Быки еще. Грубо говоря, каждый сам за себя есть. Ну да. Да, дабл дэмэдж, конечно, помогает. Больших надо убивать, пока дабл есть. Бегайте. Надо убивать. Бегайте шире, бегайте больше. А вот пулемет Томпсона, он нормальный вообще? Нет. Лучше миниган. Блин, 40. Понимаю, откуда? А босс-то изи, не? Да босс-то изи, стоит и стреляет. Ну нет, смысл бегать. Блин, ну уроды. Можно к боссу прийти хотя бы с 10 жизнями, да? Ну, у нас 35 осталось. Резайтесь не сразу, чтобы мобы отбежали от вас к другим. И появляйтесь в свободном пространстве. Охереть. Да где? Ну как? Что? Какая херня в меня прилетела? Я не вижу вообще, расстояние просто нереальное. А, короче, синие чуваки с краю появляются издалека и штампуют ДПСом. Кстати, эти синие чуваки, они ваншотятся с пушки. Когда до них не долетают. Им очень далеко.
Аккуратнее, аккуратнее. Да как ты завернул тут так, ну? В центре что там? Я все забрал. А вообще мы в центре, знаете, как обузили? Мы залезали наверх. Блин, когда звонит еще кто-то в Skype, блин, самое время. Где вы, в центре, ребят? Я, да. Ой, боже. Не знаю, с чего стрелять. Надо в центр пойти как-то, не знаю. Вообще, почти все кончилось. Надо у центра крутиться в любом случае. У меня какая-то ачивка вылезла. Сэм, это я называюсь. Верю. Да уйди! Козел. Синий херы стреляют с другой стороны. Блин, сзади, пацаны, в центре как, вообще трэш какой-то. В центре очень тяжело стоять. Они вообще кончатся, не? Да, 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 да. Скоро уже. Почти поздно, прошли уже. 27. Патроны. Патроны есть, появились. Жопой к стене. Не, здесь нельзя это делать. Блин, что ты? Аккуратней. Зерк потею. Я ж потею. 26, ребят. Смотрите по сторонам. Короче. Если вдруг соберете патроны, заряжайте пушки в этих больших. Да ты что? Как хорошо, что нету friendly fire. Да. Серьезно? Помню, кто-то кричал, что ну, friendly fire нет, ну, ну. Скорость есть. Хотел сказать. Блин, ну убили со скоростью, ну это жесть. Братней. Блин, скотина. У меня есть скорость и 3% хп. Плыву, да. Беги. Самое время. Просто беги. Без скорости, почти без патронов пришел. 5 хп. Я подожду. На центре есть по... есть хпшка. Не дожил я до нее. Была. Кстати, возможно, там уже двери открыты, на самом деле. Да? Надо проверить, блин. Ну, ты только об этом, блин, ты только сейчас решил об этом сказать? Я проверю, я ближе всех. Да. Да как я умер? Ребят, понятно. Большой в центре какой-то прошел. Я убил его. Да, фу, он меня зарезал. Он зарезал? Открыто! Да, двери открыты. Пацаны! Я предлагаю, знаете что? Подождать всем респауну патронов. Взять. Нет? Да там куча патронов будет. Да давайте, шо, заходите, это время будем сейчас. Ну, я имею в виду то, что. Во-во-во, там еще. Жизни потратил. Ой, чё за хе. Да. Вон там есть. Ну. Скорость. Тут здесь что, одна секрет где-то, я не помню, где. Чё здесь? Босс. Давайте. О, музон пошел. Это вот есть финальный босс игры? Не знаю. Да. А, чё, где? А я он звук... телепортируется? Я странный звук услышал. Он сказал офигеть. Офигеть. Слышали? Ребят, на вышках появляются парни. Не очень классно. Не только на вышке. Да давайте. Ой, слушай, клёвую модельку. Давай добьем, попробуем босса. Он телепортируется постоянно. Я вижу. Кстати, этих пацанов будет, наверное, больше. А чё у нас так жизни? Вы чё, так много уже умерли раз? Вообще-то да. А эти, кстати, на башне, а, блин, не попасть, они там стоят. При этом у меня патроны вообще кончились. Где можно взять? В центре респаунится.
Pink Secret has enabled. Патроны рисаются по очереди. Ну, пушки, ребят, нужны пушки. Смотрите, как они его пробивают. Пушки. Пушки нужны. Вон, 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 там красное сердце здесь. Красное сердце. Где? Где инфа? Справа от входа. Вижу. Около него, да? Там, где босс прям. Да. Аккуратней. Давай, 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 давай. Надо до сердца дойти как-то, я не знаю как. Сзади аккуратней. На пеннике. Аптечка есть и как раз сердечко. А стрелка для чего? Стрелка джампа. Прыг. Сбежать от босса. Блин, с быками, конечно, было бы не очень здорово. Ой, лоу. Аккуратней. Давай, половина давай, хп, давай, пацаны, половина. Давайте. Ой, блин. Надо к стене ближе стоять, эти шары огненные пробивают, пролетают мимо. Блин, первый раз умер. Я на боссе еще не умер ни разу. Молодец. Я блин, это, ой, конечно, здорово, но не в них сейчас печаль. Ой, блин, босс сейчас меня зарядит. Ой. Вон патроны, рюкзак резнулся. Слева от собора. Где, где? О, я возьму. Не вижу. Блин. Так. Сейчас бы резнуться удачно как-нибудь. Взял слева от собора. Он элементаля, да, вызвал? Да. Ну там был еще, еще более здоровый, я не видел. 40% у него. Да меньше еще. Ой, там блин. Красный вылез еще. Можно забить тупо в босса, видите все. Можно, блин. Ой-ой-ой, что за телепорт? Все равно надо. Все равно надо забирать кого-то из других мобов, ну, да, потому что они мешают. Когда он телепортировался, бить могут. Ой, двое уже. Пушки постарайтесь использовать. Я пушка в нулине вообще. И то же самое. Забрал красного в центре. Ой, блин. Аккуратнее, 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 пацаны, давайте, продамаживайте. Так, предлагаю сейчас закончить с мобами, вот этим, с... Которым фарбом... Да, 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 давай, мобы забиваем. Думайте. Да. Постарайтесь держаться к стене, которой, от которой мы заходили. Потому что пацаны, которые на вышках, они над нами. Право, парень. Да что, почему меня все время убивают? Блин, ну как ты убил-то меня? Кто? Откуда? Шесть, ребят. Пацаны, давайте. Почти, давайте его добьем. Остальные же пропадут. Давайте, босса, давайте. Да. Давайте, босса, давайте. Фокусим, пацаны, фокусим. Ну вот урод, а. Три, аккуратней. Закусить, пидор! Да! Да! Хорош! Джи-джи! Заснули! Ух. Сегодня мы с тобой заснули! Две смерти! Фух! Это повод! Ну, все, еще сложнее! Чё? Чё случилось-то? Дэнс! В чём дело? Мы прошли. Фух. Так. Гоу дополнение там будет. Все, что ли, да? Никакого.
Да ну! Написано, игра пройдена. Без смерти. Да. И в конце так опасно было. Как-то вы преувеличивали. Да. Что-то изи. Изи. Изи, да. Изи-бризи. Изи-бризи. Ну, завтра попробуем на другой. Мента, как там? Угу. Ментаэль. Не. Ну, только во сколько начнем? Шмор, я забыл сказать. Там оба невидимые. Все. Да ладно. Зачем нам еще раз... Зачем нам еще раз приходить? То же самое, зачем? Давай просто ради прикола людям покажем. Боль. Сейчас создам. Просто посмотреть. Я просто смотри. Завтра можно начать проходить второй, например. Или пройти дополнение к второму пришествию, забить на второй и проходить третий. Давайте забьем на второй и проходить третий. На второй он, блин, он да. Я гляну на ютубе, может быть, он там такой прям страшный. Зайдите ко мне. Он очень страшный. Заходите. Да, сейчас. Не, я, пожалуй, все, я тогда стопаю запись. Ну да. Я чисто так показать. И всем спасибо, кто смотрел у меня. Я все идите. И классный. Больше смотрите. Идите. Да, все. Ну-ка. Давай, я уже сражаюсь. Давайте. Где они? Вот это ментал 400, ну короче, самая максимальная сложность в игре. О, понятно. И вот здесь мобы уже с блинком и невидимые. Вот такие вот. Они как бы есть, но их как бы нет. Они мигают. Ну их, они пропадают вообще. И они нереально толстые. Нет, они не пропадают вообще, они все время мигают. А хотя они, если выстрелы еще попадали бы. Интересно, откуда мы сможем пройти? Я боюсь, мы первый комнат так пройдет. Жесть, там в гарпии, там не было столько их в начале. А их больше же, да? Да, было, да. Жесть. Да, здесь их больше. Стреляют. Их столько же. А, о, пацаны, у нас еще есть один прикол. Пушки нет. Пушка дальше дается. Так она же была в начале до этого. Нет. Я ее спамил уже в начале. Новое место. Просто. Иди туда можно с пушки пройти, если пройти все полностью. Ну ладно, мы пишем ГГ, выходим. Так, это был последний уровень. Видео Сэма. Ой, первая часть, второе пришествие. Я тогда третью Сириус М3 бы не стал, конечно. Сразу там. Не, ну смотри, просто сейчас нужно.